Добрый день, дорогие подписчики, компания Печной Мир. Сегодня немного заготовки дров в лесу. У нас имеются охотничьи угодья, и здесь мы занимаемся как раз заготовкой дров. На примере этого покажем, как готовятся дрова. В нашем случае у нас рядом занимаются лесом лесорубы, или как их назвать, то есть деляны есть рядом, вот пилятся старые отвалы, то что остаются. Лыжи кто-то оставил из ребят, то есть когда пилится лес, макушки, корни, все остается, вот это можно как раз использовать для дров, для отапливания печи. В дальнейшем покажем уже, как это все укладывается, как топится. А так вот тоже, что остается после пилки в лесу. Конечно, это не очень красиво. Обалдеть, куда же? Из отвалов убирается более круглые остатки, пилятся чурки порядка 50 сантиметров, так как печка у нас небольшая, этого достаточно. Полим на месте и везем уже к зимовью готовое. Для дров выбираем дерево лиственницы, так как у лиственницы теплоотдача гораздо выше, чем у сосны. Кидаю. Красивая природа Сибири. Подготовка дровяника к дровам. Сюда слаживаются наколотые дрова. И здесь они уже продуваются и сохнут. В среднем за год, за полгода начинают готовить. То есть как только ряд заканчивается, обновляется с каждым годом. Сухие дрова откладываются отдельно, чтобы можно было в ближайшее время ими пользоваться. Все, что сырое, складывается в штабель, чтобы были отверстия продувные. Ну и сам дровяник, как видите, он прозрачный. Только крыша, чтобы осадки сверху не падали. Все остальное делается с продувом. Естественная сушка дров. Большие круглые поленья раскалываются на вот такие плашки, чтобы меньше было, больше возможности площадь увеличить и ускорить процесс высыхания дров. Чурки большого диаметра колются на три части. То есть по вот этой стороне вот так и в таком виде складывается поленницу. Если диаметр уже меньше, буду. Если диаметр меньше, то колется напополам. Таким образом. С одной руки неудобно,
вот таким образом раскалывается. Вот в таком виде складывается, площадь увеличиваем открытого места. Дерево сушится гораздо быстрее. Здесь у нас уже дерево было привезено еще летом, сохло, уже полусухие. Это рядом с домиком зимовьем. Так что прибираем их, а потом поедем еще за дровами. Зимой в лесу обычно с водой вопрос решается таянием снега, но здесь зимовье ставилось на ручье, так что с водой проблем здесь нету. Есть ручей ключ, который бежит всю зиму и не замерзает. Вот так решается вопрос с водой. А так, где нету ключей, речек, обычно тает снег. Вот здесь наше зимовье. Вот оно в лесу стоит. Будет зимовье пустой. Как правило, это печь-буржуйка. Металлическая, которая дает быстрое тепло. Но, к сожалению, также быстро остывает. Сейчас она у нас топится. Чайник грили. Здесь специальное приспособление, чтобы можно было быстрее чайник кипятить. На цепи вешается. Таким образом. Здесь уже можно по звеньям регулировать ниже, выше. Все, когда закипает, можем убрать на камни. Разделка сделана из подручных материалов. Это камень с речки. От дерева защищено камнем. Кверху идет металлический лист с отступкой от металла, вырезано дерево и засыпано землей. Вот такой быт лесной. На растопку обычно рвут кору березовую, чтобы было легче разжечь. Зимой всегда есть сухие дрова. На первую топку, чтобы можно было прийти с леса и отогреться. Как правило, вообще в печь закладывают, чтобы она уже была готова, только спичку поджечь. Вот так. И живем. Здесь нары. 4 человека помещаются. И стол общий. Со светом. Батарея солнечная, чтобы можно было свет включать ночью. О, дровяник полный, план выполнен. Дров на 2 года заготовили. Тут на 3 хватит. На 3 будет? Конечно. Тут смело, ну все, теперь можно спать спокойно.